15 марта ученики с 5 по 11 класса одесских школ перешли на дистанционную форму обучения. Такой шаг обусловлен увеличением числа больных коронавирусом в городе, о чем стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии. Сколько продлится дистанционное обучение, пока не ясно. Что касается учеников начальной школы, то их образовательный процесс пока что изменений не претерпит. Учні перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти продовжують освітню діяльність з чітким дотриманням протиепідемічних заходів. Але за заявами батьків, учні перших-четвертих класів можуть перейти на дистанційну форму навчання. З 22 березня по 26 березня 2021 року в усіх школах рекомендовано провести весняні канікули. Детские сады также продолжат свою работу. На сегодняшний день в городе закрыто лишь 11 дошкольных групп.